при проводах в армию благословляешься молитвочкой. Благословляю тебя на все пути дороженьки, чтобы тебе легко было служить. Спаси тебя, Господи, от несчастливой доли, от всех злых людей, от вихрины. Как в армию кто уходит, камень под порог кладут. Он первый перешагивает. После чего взять камень и сказать, как этот камешок не боится ни стужи, ни нужи, ни холоду, ни голоду, также раб Божий имя, ничего не боялся. Аминь. Сказать три раза и убрать камень в такое место, где через него не шагну. Я вон в сутный угол убирала. Он и сейчас там лежит. В армию пойдут, так ребята очень тоскуют об родине. Я так своему сыну делала, берег отец, вода, мать. Берег бьет, вода льет, у парня тоску уймет. Три раза скажешь и умыть его надо. Вот и коров тоже, через речку ведешь, так умоешь водичкой. Сварог, Перун, Рот, вам молюсь, вас о помощи прошу. Уберегите мое тело от зла, оградите дела мои от завистников. Поставьте ограду свою подле дома моего, подле родных моих это всех, кто зла мне желает и дурное шлет. Имена тех, кого назову, услышьте, от меня отверните завистников и злых людей. Да не пострадаю я без вины. Гой, гой, гой. За защитой можно обратиться также к Матушке Земле с такими словами: «Мать сыра земля наша, Матушка Богородица, народила ты богов нам, так помоги же от нечистых всех и злых, и недобрых, и завистливых».